Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty. Ну и сейчас посмотрим, какую миссию нам выдаст он. Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Я доберусь. Нефтяные вышки, сэр. Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Конечно. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Почему такой номер 627 у заключенного, который все знают? Я думал, просто заключенный там. Ну, имя у него есть. Почему номер-то у него? Что-то я не понимаю, как у них там. Группа 1, аппарат пошел. Хоутл 6, курс 0-1-9. Рыбок посмотрим. Рыбки, рыбки. Даллас высаживает группу 2. Вау. Еще одна подводная лодка. Вон, ребята выплыли. Хоутл 6, глубина 20 метров. Ну что вы такие скучные-то? Давайте. Это, что за мини-лодка такая? Так, и вот мы подъехали к подпоркам. Да, я тоже у цели. Сейчас пойдем наверх. Ну пойдем, пойдем, я знаю. Что ты мне рассказываешь? Сейчас все сделаем. Хоп. Под воду. Вот видишь, как не утопили. Гуманные мы. Двое противников в секторе 1, Альфа. Движутся к сектору 2. Так точно, Хоутл 6. Смотрим. Где они? Идите сюда. Не расслабляться, ребята. Объект ограждения. Разрешаю огонь, только с глушителем. Какой огонь? Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Давай. Бам! Кто тут пулькнул? Порядок. Все чисто. Заложники изолированы в секторе 2 Эхо. Хоутл 6, вас понял. Группа 2 займется эвакуацией. Конечно. И поиск заложников наверху. Территорию патрулирует. Так, все наверх. Выдвигаемся ко второй палубе. Роуч, давай наверх. Иду, иду. Под контролем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мне неохота. Внимание. Всем быть начеку. Автомат терять этот. Территорию патрулирует вражеская вертушка. Не высовывайся, Хоутл 6. Вас понял. Эх. Вражеская вертушка. Укрытие. Все чисто, вперед. Давай, давай. Хоутл 6, у вас там заложники. Так точно. И порядок.
конечно, порядок. Я старался. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Заряды на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Давай. Я хочу это видеть. Там патруль. Не стреляй, пока не подойдут ближе. Тихо. Да тихо, тихо. Тихо. Да тихо, тихо. План Б. Выполняем. Да. Контроль на Hotel 6. Нас обнаружили. Вас понял. Разведка сообщает о наличии заложников. Невозможно взрывчатки и на верхней палубе. Ваша задача взять район под контроль. Прежде, чем мы вышлем в группу для подавления ЗРК. Прием. Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке Браво. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Вперед. Кто еще там? Чего бы? А там что, вода? Вода. Мы бежим, бежим, бежим. Так вот. Группа 2 эвакуирует заложников в верхних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите. Вон они идут. Тихо ты. Своего, что ли, там? Надо уничтожить этот вертолет. Нужна тяжелая артиллерия, чтобы сбить его. Давай. Тяжелая артиллерия. Сейчас будет, подожди. Где он? Открываю огонь, не бейте 4. На. Вертолет сбит. Отличный выстрел. Время идет. Наша задача подняться наверх и освободить всех оставшихся заложников до того, как придут морпехи. Спокойно. А, значит, у меня не ушел, да? Я думал, лишился автомата. Че, не сможешь? Давай, 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 давай. Движение у бочек. А че, у меня на средней да так выносит хорошо. Так. Бежим, 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 бежим. А, так можно было посюда пройти. Так, а ты что стоишь за ним и ничего не делаешь? Что ты хотел-то? Заложники сами себя не спасут. Ну так, вот сейчас вот хреновастика нам будет. А мы слезы. В районе есть заложники и, возможно, взрывчатка. Прием. Вырежьте баллизоры. Не суйте в дым. Вас понял. Внимание, все. Давай. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там за дымы. Все ликвидированы. Окна, да? Контакт на юге. Пока нормально, подожди. Вы ранены. Конечно, ранен, ни хрена там. Прикрой меня.
Давай, я прошел уже. Все, всех. Здесь чисто. Контроль. Всех. А кто освободил? Я освободил. Модул 6. Отлично. Говорю же. Мы принимаем морпехов для ликвидации из ДРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Пойдем. Это каратель 2. Мы отсюда уходим. Платформа под контролем. Каратель, это охотник 2-2. Понял, подтверждаю. Конечно. Садитесь. Поехали. Ну поехали. Не тормозите, давай. Воздушное пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте пункт назначения по маршруту на ВМБ. Это вот такой вот я молодец. Это Хантер главный. Хантер 2-2 работает по ЦРК на юго-западе главной палубы. Хантер 2-2. Полетели. Чистое небо над головой. Блин. Он блинка меня вот это немножко напрягает. Так. Гарри Рох Сандерсон. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. 627. Просто имя, фамилия. Корнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Господи, ты прическу себе поменяй. На борту по 4 харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Выполняй. Бокс 3. Оу, полетели. Вышку взорвали. Хороший выстрел, просто отличный. Хорна 2. Вышку же взорвали, да? Чист. Удачи. Отбой. Я Хорна 2-1, вас понял. Говорит 2-2, вас понял. Это 2-3, вас понял. Да нас по-любому заметили еще давным-давно. Обстрел. Понял. Сейчас нам придется тоже пострелять. Будем снимать их гранатометчиков. Почему баллоны не взрываются? Ни хрена себе, ракеты расчехлили. Дожили. Так, вышки-то не стало. Молодцы. Ай-яй-яй-яй, да разнесите этот командный пункт. Давай. Нам сейчас еще бежать надо, блин. Тут все как-то. Все от забора к забору с забором нахрен. Все что-то закрыто. Бегать зигзагами среди вот этого. Ой. Так. С вами все понятно. Говорит 2-1, я на позиции. Готов стрелять.
пятерых противников. Открываю огонь. Так они и так и будут, понятно. Надо продвигаться, по мере продвижения они будут уходить. Пока нормально, да? У нас потери. Цель на 2 часа. Есть. Да не было уже. Где? У меня такое чувство, что вот он выбежал. Получил. Надо поменять. Ну, это было очевидно, что оно здесь находится. Меняем. Пошли. Снайперка мне больше не нужна. Ой, это какое бесячее оружие. Блин. Да подождите вы, Роуч. Ладно. Еще давай. Давай. Давай, штуцер. Ну давай. Камера пуста. Отлично, я вошел. Вижу вас на камерах пульта охраны. Ой, как он быстро все выплевывает. Но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Бран. Давай. Я понял, ждите. Вот так. Откуда вас так много-то? Так много же не бывает врагов. Давай. Был переведен в восточное крыло. Идите через оружейную. Она в центре, так быстрее. Понял. Отряд, направляемся к оружейной. Вперед. Видно что-нибудь. Давай, я щит взял. Плохие новости. К вам приближаются 3, нет, 4 отряда противника. Я слышу. Пошли. Здесь нас сразу заметил. Открывай. Черт подери, все закрыто. Придется пробовать по-другому. Они уже здесь. Пробуй. Как хочешь, пробуй. Как тебе в голову придет, пробуй. Еще бойцы. Они направляются прямо к вам. Бери полицейских. Ой-ой-ой. Да я взял уже. Давай. Ой. Да стой ты, вот так стой. И вот. Почти получилось! Здесь поле белое смело!
Давай. Давай, давай. Что еще есть? О, съел. Так, у меня тут подствольник есть? Подствольник есть. Пойдем. Вниз, поехали. Блин. Понятно. Переходим в режим ночного видения. Вот так, нормально. А кто мне тогда леща-то отвесил? Порядок. Чисто. Чисто. Чисто у вас. Что случилось? Ой-ой-ой. Похоже, флот не расположен к беседе. Подождите. Подождите, ждем. Браво-6, они согласились приостановить огонь. Продолжайте. Буду держать в курсе. Отбой. Минутку. Подождите. Примерно через 30 футов. Слева будет старая душевая. Чтобы попасть, давай. Придется ломать стену. Луч, заложи снаряд. Надо взорвать стену. Мы пойдем хорошим путем. Конечно, пойдем. Так, тут на пролом надо немножко. Цель ликвидирована. Цель у тебя на месте. Прикрой меня. Противники на втором этаже, займитесь ими. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Я пробежал. Давай, 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 давай. Куда нам? Вот сюда. Да я не молчу. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 620. Давай, открывайте. Что, я должен открывать? А, пробить. На! Во мне еще порыло за что? Я-то хороший. Ну-ка накажите его, ребята. Дайте ему хотя бы в рыло тоже. Хотя бы разок. Какой еще суп? Ладно, бежим. Обстрел начался раньше. Выбирайтесь оттуда, быстро. Убираюсь. Давай, 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 давай.
Еще. Не стреляем, не отвлекаемся. А просто бежим. Куда бежим-то? В этот проулок. Сюда бежим. Мы здесь. У бомбы. Подождите. Ага, все. Думал, это сдох как-то. Ракетницу, да? Все. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на штырь можно надеть нас всех. Будем как шампур выглядеть на арматурине. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!